Уважаемые жители и гости Одинцовского городского округа, полиция предупреждает, продолжаются совершаться мошеннические действия в отношении граждан. Никогда не доверяйте звонкам, даже если представляются сотрудниками банков, и рекомендуют перевести денежные средства на защищенные счета или на вас оформили кредит и необходимо сделать перевод. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о вымышленных уголовных делах в отношении вас или ваших близких. Не переходите по незнакомым ссылкам. Когда совершаете покупки в интернете, доверяйте проверенным сайтам. Проверяйте всю информацию на официальных источниках. Берегите себя и своих близких.